Приветствую вас. Видел, что вам нравятся те ответы, которые свидетельствуют о том, что молодой человек относится к вам хорошо, что его поведение, вот такое вот проявление к вам нежности и чувственности расценивается как очень большое, серьезное значение для вас. А на самом деле не вижу причин и препятствий, по которым вы бы могли сомневаться в том, что человек действительно к вам очень хорошо относится. Дело в том, что вы упомянули здесь то, что он целует вас, вашу руку не в постели, значит, интимные отношения у вас, скорее всего, уже есть. Вы сказали, что он это делает при откровенном разговоре. То есть при откровенном разговоре, когда ваши сердца друг другу открыты, мужчина так выражает вам свою нежность. И не давая оценки вашим отношениям вообще, потому что они могут быть самыми разными, они могут быть какими угодно. Но вот с учетом всего того, что вы описали, мужчина вами восхищается, уважает вас, ценит, превозносит, ну и очень сильно и глубоко к вам привязан. И я думаю, что это означает, вот такой поступок означает, что человек вами сильно дорожит и испытывает к вам именно, знаете, такую вот духовную тягу. То есть ему с вами очень хорошо, эмоционально спокойно, и, собственно говоря, это и означает его такой поступок. То есть он признан передать вам всю полноту чувств, которые у мужчины есть. И осознанно это или нет, но он выбрал именно тот способ, который для него кажется наиболее наилучшим проявлением. Ну и на самом деле сложно представить, что действительно такой способ, более лучший способ существует. Потому что, говорят, вот предложение руки и сердца, да, то есть это вот, собственно, означает желание скрепить отношения в доме брака. Так вот, рука — это вот как раз-таки символ привязанности, символ взаимопонимания, взаимной любви и так далее. И мужчина, скорее всего, знаете как, где-то идею посмотрел, да, ну то есть вы сами сказали, в принципе, что в фильмах делают, да, и так далее. Мужчина не мог не видеть эти фильмы, и для него этот жест действительно очень много значит. То есть человек вкладывает в него, в этот жест, в этот поступок,
всю свою душу. С учетом того, что это начало происходить не сразу, а первый раз за полтора года вашего общения, и с учетом того, что у вас есть интимные отношения, а это очень много значит. Я думаю, что мужчина, скорее всего, рассматривает вас уже как свою будущую супругу, жену, и, скорее всего, если человек серьезный, то как мать его будущих детей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.